Егор Крид объяснил, почему разошелся с победительницей «Холостяка» Клюкиной. Популярный российский певец Егор Крид, ставший главным героем шоу «Холостяк», прокомментировал тот факт, что он не является на публике вместе с победительницей Дарьей Клюкиной. По его словам, никаких отношений между ними попросту нет. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе свежих новостей шоу-бизнеса. После финала шоу многие поклонники недоумевали, почему Егор и Дарья сразу же после окончания съемок разошлись в разные стороны. К примеру, на церемонии награждения телеканала Муз-ТВ певец появился не в компании названной невесты, а в сопровождении родителей. И там ему все же пришлось ответить на интересующий всех вопрос. «Даша очень хорошая и добрая, но жизнь распорядилась так, что мы не можем пока быть вместе. Мы хорошие приятели», – ответил Егор. Дарья стала победительницей 6-го сезона шоу «Холостяка». При этом Егор Крид вручил облаченное в свадебное платье девушке кольцо. Однако впоследствии артист начал намекать, что это всего лишь традиционная для реалити-шоу процедура, а связывать узами брака себя он пока не намерен.